Ну здравствуй, здравствуй, мой подписчик. Как же я по тебе скучал. Ребята, наконец-то выборы закончились, и Редисон снова с вами. Вы все меня просили, писали мне в сообщениях, в комментариях, Редисон, где опросы, ради которых мы все сюда подписались. Вот они, опросы, сейчас начнутся. Че, поехали? А, че, хули поехали-то? Тема опроса-то будет, знаете, сегодня какая? В Красноярске, у нас есть Красноярск, усыпали щитами, я не знаю, что это за организация, но вот эти щиты. Жалко, да, мужика? Покажи надписи. Ребята, я не знаю, что происходит в нашем обществе, блин. Но если уже до Сибири это докатилось, блин, как такое может быть, чтобы мужики жаловались, блин, на домашнее насилие? Это что, их, значит, жены, получается, бьют? Или? Нам интересно ваше мнение, как вы относитесь мнение к этому плакату? Злой какой-то. Наверное, тоже дома жена бьет. Кому призывают те, кто повешивает плакат? Наверное, пить меньше надо просто. Все. Люди адекватнее. Женщинам или мужчинам пить меньше надо? Всем. Призовите, пожалуйста, зрителей наших, чтобы не пили. Люди, не пейте, пожалуйста. Деградация везде. Россия вымрет скоро. Все. Спасибо. Это тебе сказал. Это не мне. Какая деградация? Нормально все. Чуть депутатом не стал. Девчата, вопросик один можно? Какие-то недовалки. Что можете пожелать этому мужчине с плаката? А, не жить с монстром. Я думал, просто не жить и остановить. Да, я думал, это пропаганда этих «не живи с геями». Ну, то есть монстром. То есть мужик с мужиком живет, получается. Ну, это моя, это шутка. То есть... Никогда там в вашей жизни или со знакомыми никогда такого не происходило? Нет. Что женщина избивает мужчину? Нет. Нет, и дай бог, чтобы этого не было. Ладно, спасибо. Что можете пожелать мужчине вот с этого плаката? Не знаю. Домашнее насилие? Не знаю, ничего не могу сказать на эту тему, серьезно. Пожалеть его хочется. Погладьте его. Что? Ну вы же хотите пожалеть его, погладьте его. Ну это не поможет. Ну, все равно ему станет легче. Знаете же, что все мысли материальны. Пойдемте погладим его. Ой, смотрите, мне кажется, даже он улыбнулся. Видите? Нет, не вижу. Ну, надеюсь, ему станет легче. Спасибо. А что можете пожелать мужчине вот с этой рекламы, который с синяком? Ну, дело в том, что ему пожелать. Когда бы я увидел, что это действительно... Уважать друг друга надо, только все. Вот все строится на взаимоуважении. И синяков не будет. Ни на машине, ни у тебя, ни на лице. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Показать, как я себя чувствовал? Ну, синяков не будет, никакого уважения. Да, художники, мы такие, мы разговариваем в 10 сантиметрах от лица. А вот, давай, девушка, на Бентли. Ну покажи Бентли-то. Девушка, можно вопросик вам? Нам как раз девушка в Бентли с большим количеством денег должна ответить, что может она пожелать мужчине вот на этом плакате? А на каком плакате я не вижу отсюда? Что можно пожелать? Ну, здоровья, наверное. Даже не знаю. Ну, а у вас такое... Хорошего поведения. На вашем веку такое происходило? Что происходило? На вашем веку такое происходило? Когда женщина била мужчину? Бывали случаи, да. Вы лично били? Нет, у меня слишком здоровый, я не в той весовой категории, я бы не справилась. Текаем отсюда, он у него слишком здоровый. А что можете пожелать мужчине вот с этого плаката? С какого вот. Не вижу. Ну, вообще, глупый какой-то плакат, если честно. Вот такой вот сам. Ну, чуть, я не знаю, заняться спортом и отомстить, наверное. Здрасте. Что можете пожелать мужчине вот на этом плакате? Что я могу о нем сказать? Что ему пожелать можете? Ну, чтобы жену себе лучше выбирал. Видимо, бьет сильно. Понял. А тот мужчина сказка вам понравился? Ну, в принципе, да, неплохо. Что? Мужчина неплохой. Какой? Который мне понравился. Какой вам понравился?
Повторите вопрос. Вы мужчину спросили? Да. О каком? Который в каске был. С каской в руках. Ну а что, ему что-то пожелать или сказать о нем мнение? Он вам понравился? Я говорю, да, понравился. А где он? Вы его видели? Да, видела. Вот этот стоял со мной? Да. А, все, понял, спасибо, Саня. Фух. Мужчина, на вопрос не хотите ответить? На вопрос. Что можете пожелать мужчине вот с этого плаката? Домашнее насилие бывает разным. Жить с монстром. Ну, может, мать какую-нибудь. Финалгон? А? Финалгон? Ну, нет. Леомиколь. Не знаю, нет, я не медик. Спросите врачей. Спасибо. Здравствуйте, можем вам вопросик один, пожалуйста? Что можете пожелать мужчине вот с этого плакатика? А что тут ему пожелаешь? Чтобы был поспокойнее, не дрался? Кто это ему так набил? Ну, вон сверху написано «домашнее насилие». А, ну это запрещено, это нельзя. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Здоровья тебе, энергии, успеха. Пойдемте цветы положим к его ногам. Нет. Ну хотя бы один букет. Нет, я иду поздравлять после дня выборов. А, понял. Жалко цветов. Вот так вот, мужик. Кто-то тебя жалеет, но в основном все желают тебе удачи. Что ж, я могу тебе сказать, что крепись. Это твой выбор. Жертва всегда найдет насильника. Это правило придумал не я. Это говорят психологи. Так что ждите моих следующих опросов. Подписывайтесь на канал. Я люблю вас. Пока.